Массовых сокращений не будет. Правда, остаться без работы могут 6,5 тысяч кировчан. Сегодня в областном правительстве специалисты рассказали о ситуации на рынке труда. Один из главных тезисов – количество тех, кого могут уволить, сократилось в 2 раза. А еще то, что работодатели не спешат увольнять своих сотрудников, просто переводят их на неполную рабочую неделю. Сейчас на грани сокращений находятся работники 3 крупных предприятий. Это завод 1 мая, ТЭКа «Энтерпрайз» в Нововятске и Белохолунецкий машиностроительный завод. По предварительным подсчетам, без работы могут остаться почти 400 человек. Однако, заметили в ведомстве, сейчас в области получает много госзаказов оборонная промышленность. Специалисты ожидают, что именно они и спасут положение. Обвала рынка труда мы не ожидаем. То есть все под контролем. Ряд предприятий у нас даже увеличивают потребность в кадрах. Отметим, на сегодняшний день в области по-прежнему остается дефицит кадров в сфере экономики, обрабатывающих производств и в строительстве. Так, например, на одного монтажника приходится 25 вакансий, а на одного арматурщика 12 мест. Кроме того, в Кирове не хватает инженеров, агрономов и врачей.